Всем добрый день! Сегодня хочу предложить рецепт теплый салат с куриной печенью. Для его приготовления нам понадобится печень куриная, я ее помыла, порезала, морковь, лук, тоже я уже почистила. Хотите побольше овощей, возьмите побольше. Нет, значит, возьмите морковь, лук поменьше. Баночку фасоли в томате у меня, вот такая баночка Юнона, нравится мне такая фасолька. Огурчик малосольный или соленый, какие вы любите. Я вот открыла свои домашние, получились очень вкусные. Я кладу туда еще перчик болгарский, чесночок. Очень вкусно получилось. Ну и, конечно, сковорода, на которой мы будем это все обжаривать. Ну что, порежем морковь, лук, как желаете. Полукольца, четверть кольца, морковь нашинкуйте и обжариваем на растительном масле. Морковь с луком обжаривайте почти до готовности. Затем сюда, в сковороду, высыпаем фасоль в томате. Добавляем огурчик. Все перемешиваем. Все наши овощи. Уже красиво, уже аппетитно. Закрываем крышечкой и протушиваем несколько минут, ну, минутки три. За это время я вам предлагаю печень залить крутым кипятком. Это позволит нашей печени избавиться от неприятного запаха сырости и сделает ее более мягкой. И пусть постоит 3 минутки, пока у нас дотушиваются овощи. Овощи великолепно дотушились. Из печени я слила кипяток. Видите, она слегка побелела. Это нормально, это от кипятка. Теперь печень отправляю в сковороду. И высыпаем туда специи. Берите на свое усмотрение. Соль, сахарок я обязательно добавляю. Перчик душистый. Хотите кориандр. Все на ваш вкус, ваше желание. Вот так перемешали с овощами. На небольшом огне у меня 4. Закрываю крышечкой. И еще протушиваем 5 минут до окончания. В конце я открою, попробую на вкус, на соль, на сахар. Если чего-то мне покажется недостаточно, я, конечно, добавлю и отрегулирую. Ну и все. И буду сервировать наш салат. Когда дотушиваете салат, возьмите одну печень и разрежьте. Посмотрите, внутри не должно не остаться следов крови. Это значит, печень готова. И салат тоже. Если вы пережарите печенку, она будет тугой и невкусной. Ну и все, перекладываем в салатник. Остается теперь украсить. Я нашинковала укропчик. Сейчас посыплю и наш салат заиграет яркими красками зелени. Смотрите, какой аппетитный получается. И поверьте мне, очень вкусный. Кому понравился мой рецепт, поставьте лайк. Всем приятного аппетита!